же, как и ваш комментатор. И главное, ну, Кривишвили очень не хочет, чтобы мяч оказался в сетке ворот грузинского голкипера. Для Гаджи-Гаджиева, судя по всему, не менее важно, чем для Ревишвили, чтобы его команда сегодня выиграла сухим счетом. Тем более, что идет уже 90-я минута встречи. Ну, вот это, ребята, зря. Вот это зря. Да. Даже такого спокойного Роберто Карлоса сейчас умудрились вывести из себя болельщики.